Охот минимум – это комплекс минимально необходимых теоретических знаний по биологии охотничьих животных, сроках и способах охоты, мерах безопасности при обращении с оружием, ответственности за нарушение правил охоты, которые необходимо знать охотнику, вступающему в общество охотников и рыболов. Это минимум знаний, которые должен овладеть кандидат в охотники. Требования минимума. Требования правил охоты установлены правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Требования техники безопасности при осуществлении охоты. При осуществлении охоты не допускается осуществлять стрельбу. Направление людей, а также в случае, когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров от них. Запрещено также стрелять по неясной видимой цели. В случае, если охотник не видит или не знает место остановки снаряда, учитывает дальность полета и возможность рикошета снаряда при осуществлении коллективной охоты, не допускается покидать место, заранее определенное лицом, ответственным за проведение коллективной охоты, стрелкового номера, без устного разрешения такого лица. Не допускается осуществлять охоту в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В случае ранения животного необходимо принять скорейшие меры по осуществлению его добора. При подходе к раненому животному необходимо соблюдать особую осторожность, учитывая степень его опасности. При обнаружении охотником павших по неизвестным причинам животных не допускается брать их в руки и использовать в пищу. Охотнику рекомендуется иметь навыки ориентирования на местности. Охотник должен стремиться к совершенствованию и расширению своих знаний безопасности при осуществлении охоты, в том числе навыков безопасного обращения с охотничьим оружием, передвижения, ориентирования, устройства мест отдыха, охотничьих угодьях, имея в виду, что от его личных знаний, умений и опыта зависит жизнь и здоровье как его самого, так и окружающих его людей. При обращении с охотничьим огнестрельным оружием необходимо всегда обращаться с охотничьим огнестрельным оружием, как будто оно заряжено и готово к выстрелу. Соблюдать требования безопасности и особенно эксплуатации, изложенные в паспорте инструкции по эксплуатации конкретного образца охотничьего огнестрельного оружия. Проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них посторонних предметов, прям при необходимости удалять. Такими предметами может быть листва, снег, попавший с канала стволов охотничьего оружия. В случае осечки открывать затвор охотничьего огнестрельного оружия не ранее, чем через 5 секунд, 5-10 секунд. Транспортировать охотничье огнестрельное оружие разряженным и упакован в транспортную тару, футляр или чехол. При перевозке и транспортировании патроны могут быть упакованы в одну укупорку с оружием без досылания в патронник, снаряжение магазина или карабина. При обращении с охотничьим огнестрельным оружием не допускается направлять оружие на человека, досылать патрон в патронник ствола силой, либо забивать его. Стрелять одновременно из двух стволов охотничьего огнестрельного оружия. Применять патроны, не предназначенных для стрельбы из данного образца охотничьего огнестрельного оружия. Использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим сроком годности, осечные патроны, либо патроны, снаряженные предметами, не предназначенные для использования в качестве поражающих элементов в данном типе охотничьего огнестрельного оружия. Самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов охотничьего огнестрельного оружия, ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки, вносить в их конструкции и изменения. При обращении с охотничьим пневматическим оружием с дульной энергией не более 25 джоулей рекомендуется непосредственно перед заменой баллона с газом, используя в таком оружии, осуществлять отстрел оставшегося в баллоне газа. При обращении с охотничьим холодным клинковым оружием не допускается использование такого оружия с клинками, непрочно закрепленными в рукоятках. Снаряжение патронов к охотничьему огнестрельному оружию может производиться владельцем этого оружия для личного использования при наличии разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия. При обращении с капканами или иными
приспособлением, устройствами и сооружениями, предназначенных для ограничения свободы и добычи животных путем автоматического действия элементов приспособления, устройств, сооружений, либо за счет движения самого животного, самолова. Не допускается нахождение рук, ног или иных частей тел в зоне действия рабочих элементов капканов или самоловов. Охотник должен стремиться к совершенствованию знаний биологии диких животных, включая особенности их внешнего вида, в разное время года, относительные черты самцов и самок, молодых и взрослых животных, особенности их анатомии, для того, чтобы при осуществлении охоты уметь различать разрешенные к добыче охотничьи ресурсы по полу и возрасту, отличать их от млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в Красную книгу субъектов Российской Федерации, а также не допускать потери подранков охотничьих ресурсов.